В музее первого президента в Темиртау прошел киновечер «Елбасым мактанышым». В нем приняли участие ветераны, представители этнокультурных объединений, общественности, молодежные лидеры, соратники, главы государства выступили в роли экскурсоводов. Марина Золотарева расскажет подробнее. Сегодня в музее первого президента были необычные экскурсоводы, соратники главы государства. В каждом павильоне свой гид, который поделился живыми воспоминаниями о работе с Елбасы. Всего в музее 6 тематических залов о разных периодах трудовой и политической карьеры президента в Шахтерском крае. Около 20 лет были вместе. Это начало. Вот это юность, это проведенное время на строительных бригадах, ну, на общественных работах. Работал сам, не покладая рук, и нас привлекал к этому. В основном занимались спортом. Кроме спорта, любой вот свободный день, свободное время. Вот эти вот деревья Темиртау, это мы сажали. 80% зеленого насаждения Темиртау, это наше круг дело. Сам киновечер прошел в круглом зале. В теплой дружеской атмосфере гости смотрели фрагменты из киноэпопеи «Путь лидера», которые перемежались музыкальными номерами. Тяжелые кризисные времена конца 80-х, когда рогатинские гарнизоны вынуждены были выйти на площадь, когда не принимали рабочие мечи, долго включали руководителей всех фронтов, от местного до союзного, шахтеры поверили только Руслану Назарбаеву. В Темиртауском музее первого президента более 3000 экспонатов. Здесь уже побывали делегации из России, Польши, Индии, Норвегии, Болгарии, Японии. Каждый год музей посещают до 2000 человек. Марина Золотарева, Сайлау Игликов, Асет Асаинов, Карагандинская область, Хабар 24.